Всем привет! С вами снова Кристи, и у нас игра Stella Angry Birds. Как вы видите, мы этот островочек прошли, и теперь у нас новое отделение с тюльпанчиком. Так что начнем проходить. В каждом уровне у нас появляются новые персонажи, и они выполняют всегда по-разному действуют. То есть вы видите, да, коснись и удерживай. Я коснулся, удержала, отпустила, и она прорубила все полки и наших свиней. И заработали мы 3 звезды. Проходим дальше. Будем смотреть, что там интересного. У нас новый облик. Зайдем, посмотрим. Теперь мы играем так. Стелла у нас, значит, 2 вида у нее есть. Поппи у нас пока только 1 фотография. И играем дальше. Опять реклама появилась. Но мы ее сейчас уберем. Угу. Так. Что нам дает молоток? Так, показываю, чтобы. Что мы можем делать? А, мы можем ударять. Все, понятно. То есть молоток, он должен набираться каким-то образом, да, чтобы в дальнейшем ударять. Сейчас посмотрим, как вот у нас все это будет происходить. Заработали 3 звезды, прошли этот уровень. Прекрасно. У нас новое фото. Выбираем Поппи в очках. Опять реклама. Ничего. Сейчас пойдем. Закрываем ее. Играем дальше. Так, мы все в очках. Сверлим. Деревянную сверлит быстрее. Естественно, не... Двух свиней мы здесь убили. Осталось их 2 Поппи. И здесь победили. Так, попробуем со звуком. Проходим дальше. Здесь у нас ящик взрывчатка. И дальше тоже сейчас попадем. И как раз мы всех... Нет? Остался один. Так, его надо сейчас достать. Да, у нас получилось. Так, и осталась у нас 1 Поппи.
уровень прошли. И играем дальше. Опять реклама. Ну ничего. У нас остается 2 секунды, чтобы ее убрать. Продолжаем дальше. Так, начало было неправильным. Еще раз. Так, нам нужно попасть в нипу. Мы попали. Нет. Еще раз. Вот, в серединку мы ударили и разнесли больше. Прогресса нам не дал этот удар. Вот интересно, что в этом было. Просто цветочек. Никакие монетки там не посыпались. Сыграем этот уровень еще раз, чтобы было побольше у нас звезд. И теперь до последнего нам достать. Нет, не достали. Еще раз. Получилось. Угу. Разнесли мы их. Проходим дальше. С одной звездой ничего страшного. Опять реклама. Ее чересчур много на канале. Так. Пробуем.
Остался еще один. Так. Поппи у нас осталось. Также одна звезда. Мы этот уровень проходим. Что же у нас дальше? Так, у нас есть барабан, который нам, наверное, даст возможность отпрыгнуть. И... разбить. Нет, немножко не достали. И теперь мы попадаем. Так, осталось две Поппи. Играем дальше. Это мы прошли новый, наверное, островок. Мы закончили. Что-то у нас здесь происходит. Свиньи убежали. Они за ним побежали. Нажимаем. Так, выбираем Стеллу. Так, еще раз Стелла. Как вы видите, нам два варианта дают, кого мы можем выбрать. Это Стелла и Поппи. И возьмем теперь Поппи. Так, у нас одна свинюшка осталась. И промахнулась я. Пробуем еще раз. Получилось. Осталось два хода, которые мы не использовали. И проходим мы с тремя звездами. Нам предлагают крутить рулетку. И что-то мы здесь должны сейчас выиграть, да? Плюс 5 золотых монет и какой-то рюкзак. Походное снаряжение мы выиграли. Пройди уровень, чтобы попробовать получить награды. Проходим дальше уровни. Так. Здесь мы, наверное, выберем также Стеллу. Первой будет она. Yeah.
Так. Поппи. Берем Стеллу. Так, так, так. Куда мы можем еще наверх? Не получилось. И... Прорубили. И теперь у нас остается последний. Так, я думаю, что мы прошли этот уровень, но с одной звездочкой. Крутим также рулетку. И опять походный снаряд нам попадается. Классно. Какие-то чудеса. Уровень 2 пройден. Новый свинь замечен на Золотом острове. Монеты, игрушечные машинки, луки, взрывающие свиньи. Взрывающие свиньи. Придавки. Хорошо. Играем. Так, здесь у нас есть барабан. Наверное, мы попробуем Стеллу. Угу, получилось. Здесь у нас пробивать надо. Немножко не получилось. Это играем дальше. Стеллу выбрали. Теперь дальше нам нужно, чтобы она вниз также ударила. До бомбы дойдет. Бомба, бомба. Когда удерживаешь и не делаешь никаких шагов, она улетает сама. Как вы видите, улетела она сейчас в другое место. Пробуем еще раз ей же пройти. Нет, не получилось. Но зато подвинули.
Получилось. И осталось у нас два хода, которые мы не использовали. Что нам даст? Наверное, нам даст 3 звезды. Классно. Теперь также, да, мы крутим рулетку. Получили также рюкзак. Снаряжение, значит, какое-то будет у нас. Бинокль. Заходим к зайцу. Пройди уровень, чтобы открыть лука. Давайте пройдем уровень. Опять реклама. Закрыли. И здесь у нас лук. Так, сейчас показывается, как мы... Двигаем и отпускаем. Он кричит. Тем самым разбивая стенки. Но здесь были стеклянные стенки. Еще раз. Получилось. Теперь следующее. Здесь мы тоже всех порушили. И... Пробуем. И последний раз. Так, пройдем еще раз его. Одним ударом мы можем снести 2 здания со свинюшками. И вот так вот. 2 лука у нас осталось. Смешно. Классно. Пройди уровень, чтобы попробовать получить награды. Это мы пройдем дальше. Мы пройдем в следующем видео. Здесь, как вы видите, не все полностью открыто. Проходим 19 уровень. Здесь у нас опять барабаны. Здесь нам не нужно было удерживать. Еще раз. Нам нужно, чтобы Поппи ударилась. Нет.
Попробуем по-другому. Под другим углом надо было это сделать. И здесь бьем посерединке. Вот так вот. Пройдем его еще раз, чтобы было 3 звезды. Как вы видите, сверху есть фотографии с монетками. Если вы захотите, наверное, дополнительного персонажа, чтобы поучаствовал здесь, мы можем их выбрать. Стеллу, Поппи и Лука. Ну, ничего страшного, 570 монет не хватило. Продолжаем дальше. Так, у нас здесь Стелла первым. И надо выбрать, куда мы будем бить. Мы не можем поменять на Стеллу. Так. Не получилось. Но здесь у нас снизу есть еще свинюшки, которых мы также достали. Но мы прошли это с 1 звездой. Попробуем еще раз пройти его. Так. Сверлим наши камни. Барабан стучит. Получилось их. Но, конечно, также мы проходим эту ценную звезду. Ну ладно. Проходим дальше. Опять реклама. Закрываем ее. Играем. Здесь у нас... Так. Мы сейчас будем отпрыгивать от барабанов. Так. Угу. Теперь мы будем прыгать по 2 барабанам. Thank you.
Oh,